У нас новая модель смарт-часов на 40 мм HW18 на программе VR Fit Pro, которая функционирует смена дисплеев и также много внутренних встроенных функций через эту программу. Модель на 40 мм с активной боковой двумя кнопками, это кнопка Home и кнопка ролика. В пяти цветах у нас есть в зеленом хаке, фиолетовом, розовом, в черном, в стальном и в красном цвете. В комплекте идет два ремешка, силиконовый и тканевый на липучке. Более подробные функции — это у нас 40 мм равномерный экран, который полностью функционирует. Также у нас боковая кнопка, увеличение, уменьшение, все функционирует, и очень быстрое меню. Зарядка у нас в комплекте идет стандартная, она у нас идет на, как рирую, как она выглядит. Вот такая вот зарядка, куда вставляются сами часы. Полный основной функционал, он стандартный, но есть одно плюс, который в них добавлен, одно преимущество — это постоянная работа экрана. Данная модель у нас вот на демонстрации. Когда вы включаете эту функцию, у вас постоянно горит экран. Но, соответственно, он горит до того момента, как садится аккумулятор. Аккумулятор у него, в принципе, стандартный, держится около суток. Этот режим лучше держать выключенным, потому что он съедает очень много заряда аккумулятора. Цена под описанием, вся информация в телеграм-канале.